Здравствуйте, меня зовут Андреев Леонид, и я технический специалист компании «Подшипник.ру». Сегодня мы рассмотрим разъемный корпус СНЦ от французского производителя СНР. Узел состоит из разъемного корпуса, в крышке которого установлена пресс-масленка. Для снятия крышки достаточно вывернуть два болта. В корпусе имеются штифты, направляющие крышку при сборке. Разобрав корпус, мы получаем доступ к остальным элементам, разъемным уплотнениям, самоустанавливающемуся шарику-подшипнику с закрепительной втулкой и стопорными гайкой и шайбой, и дистанционным кольцем. Также в корпусе имеется закрытое пробкой дренажное отверстие, предназначенное для слива масла. Корпуса подшипников и подшипники образуют экономичные взаимозаменяемые узлы, конструкция которых проста и не требует сложного технического обслуживания. Они позволяют компенсировать перекос вала и применять подшипники различной конструкции, например, сферические роликоподшипники или тороидальные роликоподшипники CARB. Более подробную информацию по подшипниковым узлам вы можете узнать у наших менеджеров или задать интересующие вопросы в комментариях под данным видео.